Да, Павел, авария произошла еще в 11 дня, и уже примерно через час здесь была бригада специалистов. Прорвало трубу, магистральную трубу в районе ТЭЦ-5, что в Ленинском районе. В результате без воды остались поселки Солнечный, Саксагай, Симхоз и часть Кировского района. А это всего около 50 тысяч жителей. Если у нас происходит короткое отключение холодного водоснабжения или горячего водоснабжения, теплоснабжения, то мы только информируем точечно, непосредственно те микрорайоны, которые отключены. Любопытно, что многие об отключении узнали не подойдя к кранам, а подойдя к своим телефонам. Специалисты МЧС жителям разослали смс-сообщения, в которых и предупредили о внеплановом отключении холодной воды. Мы пытались проводить ремонтные работы без отключения, пытались установить герметизирующее устройство, но в связи с тем, что там излив воды очень интенсивный, потому что поддерживается определенное давление внутри трубопровода, установить хомут не удалось. Воду обещают дать уже завтра в 10 утра, правда, если все пойдет по плану. Пока единственное, что усложняет работы бригад, это непогода, время от времени идет снег и дует сильный ветер. Сегодня вечером на место аварии здесь ждут Олега Грищенко. Глава города лично проинспектирует ход работы. Так что без паники, завтра воду должны уже дать. Павел.